Вот эта философия жизненная, личная, персональная философия, она нам делает хорошо или делает нам плохо? Она нас улучшает или ухудшает? Если нам в нашем представлении кажется, что, допустим, отношения это всегда тяжело, и это больно, и это травмирующе, или что деньги зарабатываются тяжелым трудом через пот, кровь и слезы, но эти убеждения, а это только убеждения, и все, больше в них вообще ничего нет. Эти убеждения получаются неполезными. Но если вы такое уж садомаза, то вы живете в этих убеждениях. А цепляться за них ровно настолько можно, насколько у вас есть об этом еще сверху карта. То есть это представление о том, какими мои представления должны быть. Там, я считаю так, и теперь я ни за что не буду меняться. И вся моя жизнь будет посвящена доказательствам того, что там все мужики козлы, вот и все. Там. И женщина живет и всем доказывает это, и себе прежде всего. Или наоборот, что все женщины паучихи, они только хотят отобрать у меня квартиру и деньги. Вот. То есть мировоззренческая позиция.